Пацанчик, тормозник, дело есть. Ты чё, глухой, что ли? Дохлый, замер? К тебе обращаемся. Это чё? О, фига себе, Валёк, так это ж баба. Как раз собирался жениться. Ребята, не надо. Ага. Чё у нас тут есть? Так, что у тебя еще есть? Что у тебя еще есть? Руки. Бросай страшилу, телефон и бабки у нас. Отец меня убьет, вставай, уродец. Долой коня. Сдавайся, Сан Саныч. Ну, долго ты будешь думать, все понятно уже. Сдавайся. Погоди, Андрюх, погоди. Скоро только кошки родятся. Пошли уже, я есть хочу. Да подожди ты. А вам, Петя, жениться надо, чтобы правильно питаться. И лишите разнообразия в кухне? Чего? Вам, женатым, готовит всегда одна и та же женщина. Да, а вот нам, холостым, всегда разные. Плюс сам себе готовлю. Да, разные это всегда интересно. Ну, ну вот. Мат вам, Андрюшенька. Подожди. Пошли. Подожди, какой мат? Пошли. Я только что… Все, все. Сан Саныч, дай отыграться. Да, не, домой, к однообразной кухне. Вещдоки не забудь? Да. Андрюха, подвезешь? Конечно. Бывают женщины просто серьезные. Здравствуйте, на меня напали, примите заявление. Кто на кого надо еще разобраться? Ну что у вас, счастливо отдежурить и принимай клиентку. Серег, спустись. Сумка, попытка грабежа. Откуда вы знаете? Ну так это Лядов, а с ним был дружок его, Рамчук, я правильно говорю? Я говорю правильно. Да, да. Сумку хотели тиснуть на дозу, руки за спину. А вы их обезвредили. Нет, все-таки полезная штука, эти приемы самообороны. А вы, деточка, где этому научились? Я вам не деточка. Счастливо. Ну, дежурю на завод капитан Петров. Удачи. До свидания. Ну что, допрыгался? Три часа ночи. Пап. Где твой телефон? Пап, он… Через 4 часа начинается твой первый рабочий день. Отправляйся спать. Пап, я все объясню. Папа, слушай, ну просто понимаешь, в чем дело? Ну где следак-то? Что нам его теперь до вечера ждать, что ли? Вы подышите, Андрюшенька, подышите. В парке-то давно не были? Следак новенький, может, заблудился. Да я вот отыграться бы успел. Вряд ли. Давайте без него начнем, а? Пусть потом сам парится, по протоколу разбирается. Я даже позавтракать не успел, подорвался как ужаленный. Я жрать хочу. Вот. Ну давай, Сан Саныч. Чего там? мужчина, 30-35 лет, так. Нормального телосложения, колоты, резаные раны в области сердца. Держи. Давай сам, у тебя вон перчатки. Так. О, деньги целы. Так, и что? Это бланк повестки в суд. Я вижу. Пустой. И это я вижу. Ой-ой-ой, чур меня. Это нервно нас и тут нашла. Здрасте. Здрасте. А я вас в отделе жду. Хорошо, сержант подсказал. Ну, это он зря сделал. Девушка, вы давайте вечерком к нам в отделение заходите, там протокол подпишите и все остальное. Сейчас мы заняты. Идите, деточка. Не видите, взрослые дяденьки с мертвяками разбираются. Еще раз вы назовете меня деточкой. И что будет? Будут неприятности. Следователь Романова Марта Евгеньевна. Пожалуйста. Да ладно. Здрасте. Переверните его. Переверните его. Кто обнаружил тело? Собачник. Собак залаяло, хозяин прибежал. Правда, пока нас вызывал, народ все следы затоптал. Понятно. Рабочая версия. Возможен грабеж. Странная версия, учитывая, что деньги остались в кошельке. Ну, кроме денег у него могли взять все, что угодно. Может, у него с собой багаж был? Тоже верно. Еще что-нибудь для нас оставили? Да. Бланк повестки в суд. Бланк? Да. Пустой бланк и больше ничего. И перчатка. Какая перчатка? Под трупом была обнаружена перчатка на левую руку. Ждем результатов экспертизы. Может, она там недели 3 провалилась. Потерял кто-то. А труп на нее завалился. Точно. Если бы она там 3 недели провалялась, она бы запылилась и потеряла цвет. Ее подбросили недавно, к тому же ни разу не надевали. Если перчатку хоть раз надеть, она деформируется. Значит так. Документов нет, орудия убийства нет. Устанавливайте личность, проводите экспертизу. Рабочая версия. Грабеж. Все, идите работать. Своими соображениями могла бы и с нами поделиться. Ну, я так. А, да-да-да, вот еще что. Как вы все знаете, у нас на 2-м этаже идет ремонт. Так что я подумал, пока готовится кабинет для Марты Евгеньевны, пусть она посидит у вас. Это будет полезно всем. Работайте. Есть. Проблемы? Да. Я в этом ничего вообще не понимаю. Ну, вам повезло, я понимаю. Помочь? Да, спасибо. Пожалуйста. Не заводится, да? Угу. Сейчас попробуйте. Завести. А, да, сейчас, конечно. Давай. Слушайте, бог с ней, с этой машиной. Че я такси возьму. Ясно. У вас просто сигнализация замкнула, поэтому блок на моторе сработал. Сейчас 25-30 минут я все сделаю. Сколько? 25. Нет, у меня нет 25 минут. Спасибо вам большое. Пимпочку закройте, пожалуйста. Я понял. Простите. Спасибо. Да не за что. Слушайте, ну если починить не смог, давайте хоть подвезу. Вам куда? Итак, список первостепенных дел. Первое – опрос свидетелей. Второе – осмотр прилегающей территории. Третье – установление личности жертвы. Четвертое – экспертиза перчатки и портмоне. Как по учебнику. Девочка, видать, в институте отличницей была. Девочка, видать, берегов не видит. Только появилась уже. Но ничего, есть способ спасти ситуацию. Просто идти? Думаю, приударить. Девица расслабится, станет бархатной, покладистой. Поймет, так сказать, свое место в мужском коллективе. Ты смотри, как бы она тебя не расслабила. Ты наших гопников видел, этого Рамчука и Лядова? Они до сих пор в себя прийти не могут. Сан Саныч, давай сюда. Я бы на вашем месте, Петя, хорошенько подумал и приступил бы к выполнению задания. От греха подальше. Я вот, например, пошел приступать, выполнять пункт номер 4. Шахматы забери. Через неделю этой козявки тут не будет. Сначала охмурить, а потом отшить. Она сама убежит. Олег. Марта. Очень приятно, Марта. Редкое имя. Что значит? Госпожа, хозяйка. Хозяйка. Да, ты очень суровая. Если из-за машины расстроилась, не волнуйся, там все легко починить. Да я не расстроилась, я кофе не успела выпить. Я без кофе проснуться не могу. Ясно. Вот там останови, пожалуйста. А это что, суд? Угу. И кто ты у нас? Судья? Подсудимый? Ну это как тебе больше нравится? Если девушка необыкновенная, то какая разница? Спасибо, что подвез. Я подожду. Нет. Пока. Евгений Петрович. Евгений Петрович. Ты почему не на работе? Я на работе. В джинсах? Мы тебе такой костюм полдня выбирали. Тебе же он понравился. Пап, мне так удобнее. Удобнее ей. Из вашего суда? Нет. Документ строгой отчетности. Любой секретарь таких может пачку вынести. И это твое первое дело, да? Не могу сказать, тайны следствия. Таких в интернете на любой вкус. Скорее всего, оттуда и распечатали. Бумага неплотная. Спасибо, папа. Увидимся дома. А как на работе приняли? Как родную. Не парьтесь, все сделаем, не первый раз. Я очень надеюсь на вас. Да ладно. Спасибо. Пока не за что. У вас визитка же есть? Да, да. Конечно. У вас моя машина. Спасибо. Здрасте. Проходи. Здрасте. Прости, Олег. Не ребенок, монстр. Пришел забрать после школы, мне говорят, что и не было на последних двух уроках. А если где не знают. Пошли. Мол, класс переполнен, за всеми не уследишь. Но я давай метаться по району. Все площадки оббегал, всех прохожих, продавцов палаток опросил. Ну и наши чего? Заметил пацанов на стройке. Полез туда, смотрю, а наша коза через пролеты между лестниц прыгает. А внизу арматура торчит. Я не коза. Иди давай уроки делай. Мама как? Пока без изменений. Так что мне еще с Иришей месяц как минимум в Аландаце. Ты не переживай. Все будет хорошо. У меня ж чутье звериное. Перчатка новая. Я говорила. Я тоже так предполагал, только надо было проверить. На перчатке обнаружены следы крови жертвы. Правда, следы крови на той стороне перчатки, которая лежала на земле. Значит, получается, что она туда попала после того, как убийца нанес смертельный удар, когда кровь уже была на земле. Удивительно логично. Извините. Кроме следов крови на перчатке других отпечатков, микрочастиц и биоматериалов не обнаружено. Может, чаю? Спасибо. Некогда. Смотри. Отец приходит домой и видит, что его ребенок плачет. Почему ты плачешь? Спрашивает он ребенка. А ребенок отвечает, потому что ты мне отец, а я тебе не сын. Потому что ребенок дочь, слезь. Блин, кто так делает? Значит, смотрите, делюсь своими соображениями. Жертвы невесты на этом поняли. Может, что мужчина забыл ночью в парке, зачем его туда понесло? Ну, я не знаю. Да зачем угодно. Воздухом свежим решил подышать. Вот если бы мы личность жертвы установили, это бы многое объяснило. А тут что? Что у нас находится с той стороны лесопарка? Новостройки. Но туда ходит транспорт. Чтобы попасть в район новостроек, нужно объехать полгорода вокруг лесопарка, а ночью, когда транспорт не ходит. Полчаса страха по лесопарку, и ты дома. Он мог жить тут. Это же новые дома. И получается, с другой стороны парка. Или он был здесь по делам и решил вернуться через парк. Значит, смотрите, нужно опросить жителей. Ну, не переживай, мы все сделаем. Андрей, нужно опросить жителей на предмет установления личности жертвы. Марта, ну нельзя так много работать. Это вредно. Ты можешь надорваться. Слушай, давай так, я предлагаю отметить твой первый день в кафешке. Недалеко. Значит, задание следователя. Опросить жителей новостроек на предмет установления личности жертвы. Вы меня поняли, Петр Сергеевич? Марта Евгеньевна, ну, может, до завтра подождет, но… Немедленно. Петя. Простите, а можно мне? Играть? Да. Ну, прошу. Спасибо. Простите, на что играем? Деньги, танцы, поцелуй. Может быть, на желание? И что же будет, если я выиграю? А что будет, если выиграю я? Ну, не знаю. Посмотрим. Как говорится, ladies first. Упс. Да ладно. Просто мне кажется, сегодня не твой день, красавчик. Где? Здесь все оплачено. Нам пора, пойдем. Подождешь. Пойдемте, пожалуйста. Успеем. Простите, вы откуда? Я не знаю, откуда вы, но знаю точно. Вы мне должны. До свидания. Что не нравится? Совсем не солила. Твоя мать отлично готовила. Если бы ты ее знала, ты бы поняла. Прости, пап, я постараюсь. Я научусь. Ты никогда не говорил, что мама хорошо готовила. Ты ешь. Пап, мне дали серьезное дело. Убийство. Там… Тайна следствия. Твои слова? Да, но тут другое дело. Представляешь? Мы договаривались с тобой. За столом мы едим. Хочешь моего совета? Пожалуйста, после ужина. Ешь, пожалуйста. Ты очень худая. Ну, говори, в чем там суть твоего необычного дела. Колот и резаная рана в области сердца. Убитый мужчина лет 30-35. Личность мы пока не установили, у него нет документов, ни особых примет. Но есть одна интересная деталь. Под трупом мы нашли перчатку. Перчатку? Мужскую, кожаную, черную, на левую руку. Абсолютно новую. Второй такой жертвы не обнаружено, значит, она принадлежала убийце. Ну, отлично. Случайно оброненная перчатка может вывести тебя на преступника. Да, но у меня есть идея. Что если ее там не случайно обронили? Что если ее нам специально подбросили? Черт, вода какая-то, а не чай. Ничего сама толком сделать не можешь. Привет, как обычно, с собой. Простите, но я не в курсе ваших предпочтений. Двойной эспрессо, остальное молоко и максимально быстро. Это уже получается как капучино, только крепче. Угу. Куда делся Василий? Уволился, теперь я здесь. Сахар? Нет. Я запомню. Спасибо. Очень хороший кофе. Благодарю. Меня Борис зовут. Я запомню. У наших соседей серия грабежей с ножевыми. Ищут каких-то гопников. Наш труп однозначно их работа. Не вижу здесь ничего однозначного. Ну, я бы, конечно, сначала подумал, что это Лядов, но ты его уже обезвредила. Короче, это дело нужно отсылать соседям. Пусть приобщают к своим эпизодам. У меня такое ощущение, что вы хотите избавиться от трудного дела. А это естественное желание любого нормального сыщика. У тебя тоже скоро такое появится. Марта, ну доверься более опытным коллегам. Такой прекрасной даме, как ты, почтившей своим присутствием наш мужской коллектив, вредно так много работать. Не волнуйся. Мы все сделаем. Все будет в шоколаде. Можно без пошлостей. Я и чистого сердца. Где протокол вскрытия? У Сан Саныча. Я могу сходить. Сама. Марта, подожди. Подожди. Я пройду. Я не могу. Я когда тебя вижу, во мне все переворачивается. Что это за глупости? Это не глупости, это порыв души. Марта, сегодня вечером после работы приглашаю тебя в одно славное местечко. Я обещаю, тебе понравится. После работы я иду домой. Марта, ну лапочка, ну. Только ты и я. Ну ты же понимаешь, что я умру, если ты откажешь. Петя. Петя, я все поняла. Только ты и я, Петя. Я вам не лапочка. Я тебе не цыпочка, оперуполномоченный Лебедкин. Я лейтенант полиции Романова Марта Евгеньевна. Ты меня понял? Я недоходчиво объясняю. Понял, понял, понял! И встретите, руки не распускайте, а то пойдешь по 133-й. Все, уставились? Стерва чертова, а? Не баба, а мужик недоделанный. Лучше с бревном в койке, чем с этой. Удар ножом был унесен точно в сердце. Шансов выжить у жертвы не было. Его не грабили, его намеренно убивали. Кто зачем? Проверьте отпечатки по всем базам данных. Привлекался, отбывал ли срок, был причастен к ОПГ. Ну и прочее. Срок исполнения… Ладно, сутки. Здравствуйте. Привет. Кофе? Привет. Кексы. Сам пёк. Кофе. Нормальный кофе? Отличный кофе. Нормальный кофе. Спасибо. И насчет машины я все починил. Ну, я знаю, без своего согласия, но все же. Держи. Как ты ее починила, она же закрыта. Давай подробности опустим. Главное, что все работает, можешь сама проверить. То есть ты ее вскрыл? такой благодарности я ждал? Я следователь, а это прокуратура. Да ладно. Ты… Прости, ты следователь? Ясно, простите, товарищ следователь. Да, Шурик, сейчас я не еду, не могу говорить. Давай. Ясно. Ну что, товарищ следователь, вы заезжайте как-нибудь в мою маленькую автомастерскую. Я просто починил так на первое время, но нужно нормально проверить. В общем, так обижаться перестаньте, заезжайте. Ну или не знаю, или как заявление напишите, да? Вам виднее. Как сквозь землю провалилась. Чё ты и мобильник не купишь? Опять? Опять. Один потерял, другой украли, третий утопили. Нет, мне на одни мобильники работать, что ли? Мне еще хватит в Москву мотаться, а там нянечкам дай, докторам дай. Ладно, за анализ заплати. Нет, если ее там нет, убью. Привет, Эл. Да, мне что-то машина опять. Олег? Это Марта. Ну, что-то машина у меня глючит. Вылезай, чудовище! Ты как пацан! Крыши, стройки, помойки, только там тебя и нахожу. На кого-то похоже. Привет. Давай пошли. Давно ждешь? Нет, я только что приехала. Ага. Это Сашка, мой компаньон, Марта. Знакомьтесь. Здравствуйте. Шура, да. А это моя сестра, Иришка. Разбойник, хулиган и вообще вождь краснокожих. Да не слушайте, он меня любит. Сползай. Олег, я нужен? Малый бизнес? Ага. Налоги платим, не волнуйся. Я не об этом. А о чем? Нет, вообще ни о чем, я просто спросила. Интересный ножик. Да, спасибо. Такие только на зоне делают. Откуда? Вот. А это кто? Где? Отец, слева я. Похоже. Еще бы. А где он? Умер. Извини, я не знала. Да, господи, откуда ты могла знать? Расслабься. У меня тоже мама умерла, когда я была совсем маленькая. В автомобильной катастрофе погибла. Ну что, бывает? Сочувствую. Ну, извини, я так прямо. Просто лицемерие, не люблю все эти утешения, сопли, слюни. Вообще-то людям часто бывает. Приходится быть теми, кем они в сущности не являются. Это не про меня. Ты чего? Нет, ничего. Ну ладно, кем? Тебе приходится быть. Я стараюсь быть дочерью, достойной своего отца. О, а чё так? Не поняла? А чё непонятного? Я бы на твоем месте выбрал. Ну, вот другой пример для подражания. Не поняла? Ну, мы же все хотим быть похожи на родителей. Так? Да. Ну вот, а стоит нам немножечко вырасти, узнать их чуточку лучше. И мы тут же прекращаем этого хотеть. Поняла? Поняла? Дмитрий Валерьянович велел мне с вами ехать. Дмитрий Валерьянович не знает, как депрессивно ты действуешь на моих подруг. Закрой дверь, Анатолий. Ну что, все отлично? Спасибо. Да не за что. Сколько я должна? А, нисколько. Мне было приятно пообщаться. Ты заезжай. Ну, если что. Что, если что? Ну, если вдруг что. А, да. Да и просто заезжай. Так, пообщаться. Слушай, на страшненьких потянула. пожалуйста, ну… Я вчера чуть с ума не сошла, как я тебя хотела. Да? Да. А как же… Как же кто? Как же твой папа? Кричит? Ну, да. Хочешь, я его брошу? Хочешь? Не знаю. Поцелуй меня. Я пошел. Пока. Может, я тебя все-таки подвезу? Нет, 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 не надо, чтобы нас видели вместе. Да здесь недалеко, не волнуйся. Пока. Давай, хочу шампанского. Милый? Любимый? Олег? Олег? Олег, ты где?